Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Сейчас я это себе огурчиков, салатик из огурцов сделаю. Так, укроп, вот я уже нарезал сюда немножко укропчика порезал. Сейчас надо порезать огурчики мелко. Эти попки можно срезать, они жесткие. Режем по тоненьким такими. Вот, чтобы можно было прожевать. Смотрите, пустой. Видно, воды мало. Хотя лью, блин, утром поливаю, вечером. Вот. Еще вчера я поливал этим настоем зеленки и сыворотки, и нашатырного спирта от корневой гнили на огурцах. Бывает так, что там два кустика, два корня, что-то начали вянуть. Может быть, даже корневая гниль. Поэтому для профилактики обязательно полейте таким настоем. Значит, чайная ложка зеленки, 2 литра молочно-кислой сыворотки. Можно кефира даже туда положить, литр кефира. Вот. Столовая ложка нашатырного спирта 10%. Можно в аптеке купить или в садовом магазине продаются. И на 10 литров, на 8 литров воды теплой. И под каждый кустик надо налить 2 литра вот этой сыворотки от корневой гнили. И подождать, не поливать огурцы в течение 2 часов. Пускай питается этими корнями вот этот настой. Вот, 2 часа пройдет, можно потом поливать теплой водой обычной. Для роста огурцов все равно требуется какой-то азот. Поэтому можно в бочку с водой положить немного скошенной травы или крапивы. Я ложу листья от капусты. Они хорошо настаиваются. Запах такой сразу от капусты идет. Вонючий такой. Вот, вот этой водой надо поливать огурчики. Они еще будут расти. То есть для роста огурцов, естественно, требуется помимо фосфора и калия. Можно так. Вот это еще порежу. Большой остальное. А вот эти 3 это потом вечером порежу. Вот, сейчас мы это делаем. Ну, некоторые показывают в пакете там с лафаном. Я вот в этом в мисочке такой. Сейчас это самое. Так, мне сегодня предстоит съездить за этим, за сухим силосом. 2 мешка надо привезти, потому что я заказал виноград из Крыма. Должны присылать, не знаю, когда они пришлют. Так, все, значит, вот, значит, укроп здесь. Вот, смешиваем вот укроп, вот этот вот, видите, укроп. Ну, здесь много не надо укроп, чуть-чуть вот. Вот, и посолим, сейчас посолим. Щепотка соли, берем отпорную соль, вот соль вот так вот. Много не надо соли, это пересолим. Все, сейчас надо должны помешать все это дело. Это у меня здесь эта банка от Блемарена, это когда почки. Как-то мне почки были, проблемы, камни были в почках, покупал Блемарен. Пил мне. Помогает хорошо. Так, смешиваем все вот это вот хозяйство. Вот так вот. С солью. Как немножко сдавливаем, как бы сам, чтобы сок пошел. Если не соленая, можно еще соль потом добавить. Лучше не пересолить, чем пересолить. То потом есть не будете. Все. Так, теперь надо полить растительным маслом. Здесь вот мне масло такое сделали растительное, холодное отжима. Так, чуть-чуть польем. Вот. И ложкой перемешаем, потому что масло все-таки. Вот, и дать постоять часок примерно. И ваша еда готова. Ну, можно сразу есть. Смазать маслом надо.
огурцы. Вот сейчас попробуем, как соль нормально. Нормально. С растительным маслом так хорошо мне. Еще можно посолить чуть-чуть. Вроде как не соленый. Еще чуть-чуть. У них тоже пакет так делает. Режут огурцы, полиэтиленный пакетик, солят туда растительное масло и укропа. То же самое получается. И болтают там, трясут. И закрывают плотно. Как бы вакуумно делается это. Вон, хороший салатик получится. Потом накрою, чтобы мухи здесь не съели. Мне надо сейчас съездить. Этого перегноя купить. То есть не купить, а сходить набрать. Там его полно. Зараз. Мимо рта, блин. Нормально. Укропчик такой. Я сейчас укроп поливаю. Вот он, там сухая земля. Сегодня продавали, плюс 30 градусов будет. Ну, у нас тучки. Вчера были, ну, как бы тучки были, только к вечеру солнце вышло. А так в тучках таких. Ну, не очень жарко было. Ну, сейчас пойду поливаю огурцы. Потом два мешка возьму. Схожу, наберу силоса. Перепревшего. Я уже подготовил две ямки. Нет, три. Заправил их силосом. Ямки. Давление немножко посыпал. Яичную скорлупу еще туда намолол в землю. Как придут саженцы из Крыма, обязательно высушу. Я уже себе сделал два саженца на воздушном отводке. Уже можно высаживать, там корешки уже есть. Сегодня надо кому-то предложить. Это мужику сказал, будешь брать? Он, да, буду, я ничего. Сказал бы, давай поедем, я сейчас возьму тебе саженец. Он мне, в принципе, не нужен. А что, вкусно получается? Чем огурец ешь, как обычно? Берешь огурец, вот этот вот пополам разрезаешь. Обычно вот эти желтые я, вот они уже, да, уже старые, да? Я беру чистилку, счищаю и режу, так же получается вкусно, кстати. Они уже сок пустили, но там уже водичка. Ну что? Вчера ел один горький огурец. А горький, это говорит о том, что воды не хватает. Сейчас я полью.
скажу. Сейчас мне льется в эту, холодная вода льется в эту, там у меня свекла посажена и укроп. Вкусная штука получилась. Но. Уже водичка ваша вышла, вот вода. О, с маслом. Укроп. Это бутылка сухая, сока нет у ней. Но так это запах-то идет. Получается мукбанг, то есть еда на камеру. Жопа горькая, зараза. Ну ладно, все, поели. Закрою от мух. Спасибо за просмотр. С вами канал Чудо Огорода. Всем пока-пока.